На больницу много летит. Да уже летим в больницу. Бля, я уже на плотину повернул, пиздец. Блять, ну. Сейчас я, ребят, подойду, там машина пригнала, надо загнать во двор. На крышу поваляюсь. Есть там еще у вас? Здесь у меня большом никого нет. В двухэтажном, да? Сейчас я на номер 2 тише зайду. Иду. Я на номер 2 тише. Какой этаж? Одного только пока. Нет. Он на крыше. Но он на козырьке был. Заберу. Что-то непонятно вообще. Так, зона будет на плотине. Туда аирдроп упал. Чё там, ребят? Враги есть тут? Уже нет. Вот отлично. И лута уже нет, да? Угол, ты хочешь там зону закрыть? X3, если увидите, заберите, пожалуйста, мне. Я забрал, дам тебе. Я дам, я дам. Ну все, пойдемте тогда к килгауту, если вы все. Ну подождите, стойте, дайте оружие хоть куда-то найду. Вот здесь граф есть. И возле него первая броня. Отметь вторую, где? Ой, ебать, тогда иду. Я только демона нашел, и все, больше ничего нет. О, сейчас заберу.
Да вы воюете? Да, по вертолету стреляют, с снайперским прицелом вообще тяжело. На втором этаже в больнице или в этом здании, скажем? Да мне сейчас X3 дадут. Так, двухэтажное здание, да, граф? Что ты хочешь? Снайперский хочешь? Да ты бы же здесь давно залатался бы. Нет, графа. Что-то ты ложную какую-то инфу дал. Да он, наверное, исчез уже. Все, все, отбегал, нету ничего. Я тоже отмечал там граф. Я, короче, с одним демоном бегаю. Не, я на улице вообще отмечал граф. Но он, если побывал в руках, он исчезает потом. Так, а вторую броню отметили вы на кладбище? Так, тихо. А в каком углу она лежит? Бандита возьму тоже. Давайте быстрее вытайтесь, вы так долго, капец. А где броня? Да, бинтов нету вообще. Первая броня на склепе. Парка есть здесь. Вот выше домики. В маленьком. Ой, все, бегал, нет, короче. Если кто-нибудь парка найдет, скажите, мне тоже нужно. Да, вижу, то Ребята, если срались. Спарта найдете, дадите. Куда стреляешь, Димон? 337. Двое. Отходят они. Они правее отходят. Один поднялся правее, вот эти домики на 2, на 3.
горы, что ли? Я не понял. А есть 3.38 патрона, ребят, у меня нету патронов вообще. Ну тормози, нечего, стрелять нечего. Бегу, бегу, бегу. Тормози, Николаевич, подожди. Скидывай его рядом. Ага, спасибо. А, вот, слева у нас. Те домики, где мы были. Ему цифру скажи, не вижу никого. 200 под деревом. Уходит. Еще кто-то повыше, правее. Вот, под нами на 200. Все. Зона далеко, надо уходить. Да-да-да. Ну там и люди были. Так, на офисы одни побежали. Опа. Блять, а скинешь кошку? Как мне спуститься к тебе? Как мне подняться к тебе? Для нее скинешь один? Спасибо. Нам надо правее уходить, прям вправо под водой. Бля, воробей там был. Ау. Да-да-да. Все правильно. Сейчас зона будет хавать. У меня типы бегут, блядь. Силок нету. Ой, люди на горе, у тебя. Еще там же. У меня люди, блядь, помогите, сука, сейчас убьют. Прям на мне, ребят. Да нет, нет, это далеко от нас, ты чё? Ты чё далеко, у вас снайперки, блин? Так у нас здесь люди были. На 14? А, вижу. Еще проведен.
Чё за Там хуйня у тебя, паладин. Димон? И в спину бежит один. Да, блядь, умри же ты. Неправильно, я приоритет был, Димон. Да, я слышу, сейчас, подожди. Подбегает. Смотри. Сразу здесь за камнем. Где-то еще там должен быть. Ниже, наверное. Какие? Так. Слева есть люди, слева, слева есть. Это другой стороны. Дым, смотри, дым кинули. Вот, прям перед вами справа на горе был. Еще слева в дыму были. Нету 338. Надо идти правее. Последние, да, остались? Да. Блин, Они сейчас брони прямо на почти, нас Димон. будут идти. Вот, смотри, на дротики, смотри. Как надо им закидывать их, блин? Димон, кидай гранаты. Гранату кинь туда, блядь, пока Да не подожди. поднимали. Все кидай гранаты сразу на. Три штуки у тебя еще есть. Ага, понятно. А не кидай. Там это хуйня. Гранату им. Там, Дима. Махши. Да, но бутер у нас был жесткий. Слева, справа.